замена охлаждающей жидкости антифриз на Skoda Fabia 2. Загоняем автомобиль на подъемник. Отвинчиваем 6 саморезов грязозащитного щитка двигателя. Откладываем в сторону. Краника слива с радиатора, как на старых моделях, на Skoda Fabia 2 нет. Пассатижами разжимаем хомут шланга и отводим в сторону. Вынимаем шланг из радиатора и сливаем антифриз в мерную емкость, чтобы знать, сколько слили. Skoda Fabia 2 5,5 литра антифриза. У нас слилось примерно 2,1 литра. Шланг устанавливаем на место без хомута. Открываем крышку наливного бачка. Снимаем шланг и сливаем в мерную тару еще примерно 1,8 литра жидкости. Заводим двигатель на 20 секунд и сливаем еще примерно 0,4 литра антифриза. В итоге слилось 4,3 литра жидкости. Антифриз продается в килограммах. 5 килограмм равно 4,4 литра. Восстанавливаем все открученное и заливаем антифриз до уровня минимум наливного бачка. Запускаем двигатель до включения вентилятора. Добавляем опять антифриз в остывший двигатель до уровня минимум. И так, пока жидкость не заполнит всю систему охлаждения. Все просто.